Всем привет! Сегодня покажу, что купила в Алди. Ну, как вы знаете, уже я там нечастый гость. Я самостоятельно второй раз закупилась там. Ну, в прошлый раз я там пару штук всего купила. Не помню, зачем даже ездила. Вот, а сейчас мне нужно было много чего. А до этого, до трейдера мне далековато ехать. Поэтому остался Алди. Я решила там присмотреться к нему поближе, как я вам и говорила. Смотрите, курочка — это не грудка. Грудку, как бы, может быть, и надо грудку есть, но прям не могу, для меня она жесткая и все. Хотя бульон из нее потрясающий, но вот если мяско, я хочу просто, чтобы Еве в школу можно было положить в термос. Вот, это бедрышки. Да, бедрышки. И смотрите, вполне себе хорошая цена. Не сказать, что... Я не знаю, как качество, но вроде говорят, что качество неплохое в Алди. И, ну, придется поверить. Посмотрим, попробуем еще как на вкус. Вот этот салмон мы уже пробовали, брали. Вполне себе неплохой. Вот сейчас взяла. Он уже кусочками сформированный. Просто убираешь пакетик и... на сковородку. Ну, я так водички ее тушу, я не жарю, рыбу не пережариваю. Купила нектарины, такие вкусные, хоть они некоторые жестковатые, все равно их даже ешь как яблоки, они все равно вкусные. Ой, мне так захотелось. Уже тут несколько, ну, как бы, штуки три уже съедено отсюда. Вот эти шоколадки взяла. Так вот, если даже в гости пойти или гости придут, пусть будут, да? Наши друзья постоянно в Алди такие покупают, если мы к ней приходим. Вот я у них пробовала, вкусные. По-моему, даже я сама в прошлый раз брала вот такой шоколад. Какой-то из них, не помню. В общем, и этот вкусный. Алди, вроде как он европейский магазин. Так, с этим, с Hazelnut. Фундук, вот. Если тут Германия, да. Germany, видите, это европейский, из Германии вот шоколад, этот, пока не вижу, а тоже made in Germany. Немецкие продукты мне нравятся, как бы, когда мы были в Германии, там очень классная была молочка, когда я еще вот ела там сметану всякую, сыры, как было вкусно, это вообще просто... О, язык можно было проглотить, настолько это было вкусно. И булочки у них приносили горячие, теплые к порогу. Вот. Ну, я уже говорила, что я ездила там на, по-моему, 4 или 5 дней. У нас был международный конгресс там, и мы жили у семьи. И вот они прям так старались, столько всего вкусного на столе было. Очень вкусные продукты, нам понравились немецкие. Абрикосы вот взяли. Абрикосы, это курага у нас называется, сушеные абрикосы, а у них сухая просто. Слово dried, это, ну, как бы, уже подразумевает, что это курага, но... У них даже огурцы, если огурцы просто, ты cucumber, да, то соленые огурцы, они не будут cucumber, salt cucumber, у них будет pickles. То есть совсем другое уже название, совсем другое слово. Так, а это что такое? Ой, продукт Турции. Попробуем. Вот еще. Это я просто поставила, чтобы этот... Ева, это Ева захотела. Original apple sauce. Ну, как бы, яблочный соус. В школу брать. Я как бы не очень хотела, но Еве захотелось. Думаю, ладно, в школу пусть этот 6 раз возьмет в школу яблочный соус. Ну, кроме того, что я ей еще положу, конечно, там рыбку или курочку. Также в этом Алди купили вот виноград. Я любила зеленый, всегда покупали зеленый. Тут узнала, что красный вроде как полезнее. Там у него вот этот красный пигмент, он как раз такой нужен для... Ну, там, короче, какие-то особые эти... Особо полезные. И зеленый лук. Зеленый лук полезный, я считаю. Мы даже... Я яйца забыла купить, не нашла там. А так вот одно яйцо осталось. Иногда мы любим, я домашний, когда делаю майонез, делала, у меня просто сейчас нет погружного, я не знаю, вот в этом нормально будет или как, попробую. Ну, в общем, погружной у меня сломался, я когда был он у меня, я делала домашний майонез, и
Яйца вареные с луком и с майонезом, чуть-чуть соли. Ох, мы все ели и едим. Ну, недавно вот тоже делала. Надо, короче, этот купить не покупной майонез, а вот купить этот блендер. Он недорого стоит. Порядка 10 долларов, по-моему, покупали в Сан-Диего его давно. Этот погружной блендер. И делать самим майонез снова. Так, ну вот такую кукурузу купила. По-моему, я правильно ее взяла. Вот подружки вчера ела салатик. Так понравилась, такая нежная кукурузка. По-моему, идентичная. Вот она показала просто мне упаковку. По-моему, я правильно взяла. Если нет, то нет. Не знаю. Цветная капуста. Мы ее так сырую едим с Евой. Яблоки вот такие взяла. Экстра свит, ну, очень сладкий и хрустящий. Apple Honey. Неужели это все из Европы везется? А, нет, это продукт USA. Ну что, все-таки так странно. Вот такие тоже, по-моему, это местные, наверное. Огурчики. Небольшие. Попробую. Вкусные, невкусные, не знаю. Made in Mexico. Это все-таки ближе. Потому что из Европы огурцы везти, это уже слишком. Вот я две упаковочки взяла огурчиков, чтобы делать салатик. Ну, Еве можно нарезать с собой эти огурчик тоже в школу. Взяла такое венцо. Не знаю, ни разу не пробовала. Ой, что-то оно как-то испачкалось обо что-то. 2017 года. Каберне Совиньон. Калифорнийская. Надо же. Во Флориде калифорнийская. Взяла, думаю, гости придут, пусть будет. Как бы вино хорошее. Я говорила, Виталику надо напомнить, чтобы взялся из Калифорнии вино. Там, наверное, дешевле. Хотя здесь тоже недорогое. Сколько оно? Долларов 5, что ли, 6? Я не помню. Сейчас посмотрим. Клубнику еще взяла. USA тоже продукт. Плант-Сити. Плант-Сити — это Калифорния, нет? А, нет, Флорида. Плант-Сити. Думаю, что-то знакомое. Или там. Так что вот это вот все. Вот это вот все. Сейчас посмотрим, насколько купила. Ну, вот эти печенье еще Ева взяла. Я уже положила просто в шкаф. А тоже брать, если удобно, куда-нибудь. Там, в то же время в школу, короче. Ой, не могу найти чек. Я не знаю, куда он делся, честное слово. Сумку перерыла, она мне дала, причем даже два чека у нас было, потому что Ева решила, у нее там накопленные деньги, она решила сама себе купить вот это вот, по-моему, да, и печенье. И, короче, она еще в Walmart мы были, она взяла себе ушки, ну такой ободок ушки тоже на свои деньги, и молоко. А, молоко, ну это просто не входит, это не из Aldi, поэтому я не показываю. Но должно быть два чека, и ни одного нет. Как это возможно, вообще не понимаю. Просто нереально, чтобы два сразу пропало. Сумку всю пересмотрела. Так, Евин чек не нашла, вот на это. Но это тоже недорого стоит, там, не знаю, в пределах $2, я думаю, так. Вот, а этот чек вот на все остальное, вот то, что я вам показывала, перечислила, это $43.52. Вот, Каберне Совиньон, 6.99. Это вино. Strawberries, а что так дешево? $1.29? Это что? $1.29? Ничего себе! Салмон, смотрите. Довольно-таки, ну, как бы нормальная упаковка. Можно даже на два раза нам с Евой. 3,99. Так, огурцы мы уже говорили. Нектарины тоже 2,99. Так что Aldi хороший магазин, я вам скажу. Я его... Просто я говорю, когда зашла, мне показалось, что там все как навалено. Я ничего не могла толком найти, рассмотреть. Как-то все, у меня глаза разбегались. Мне казалось, порядка там нет, я не могла ничего там найти подходящего. А сейчас я как бы присмотрелась. Нормальный магазинчик. Стоим с Евой, ждем автобус школьный. И кто у нас тут пришел к нам? Один хвостиком виляет. Да, хвостиком виляет кто? Я сначала подумала, что это собачка. Так близко.
Они меня даже не боятся. Обычно они от меня убегают. Да? А если ты аккуратненько попробуешь подойти, ну-ка. Аккуратненько. Уходит. Ну, обычно они просто именно вот не уходят, а бегут. Только что в тарелке лазил. Да. Красивую тарелочку тебе поставила, да, с семечками, не жареными.